когда была среда. Да, сегодня среда? В общем, сегодня среда, по-моему. Никто не помнит уже. И мы прикрутились кофе. Прикрутили профиль для вытяжного потолка по периметру пластиковый и по центру металлический двойной. Я не разбираюсь. Ну вот как-то так. Будет многоугольник, точнее восьмиугольник. Должна быть красота в итоге. Ой, фу ты, батюшки. Всем привет. Ремонт продолжается. Сегодня укладываем плитку. Плитка пришла. Пол подготовили, пропылесосили. Вове надо еще выбить несколько плиток из зала, потому что они повреждены. Сейчас я покажу. Какая тут вот плиточка была? Три должно хватить. Вот тут трещина. Это надо заменить. Ну там, понимаешь, если один кусочек. А вот это не знаю. Да все равно, если я буду отрезать от одной плитки, она сюда прибудет. Я знаю, что вспоминаю, как, когда еще работала там у нас, ну, от Джеки или просто на работе тоже. Чисто в штате какие-то маляры, плотники, столяры, плиточники. И вот как они ремонтировали просто, знаешь. Он только вытаскивали по старому клею, по старой затирке, все фигачили поверху. И, конечно, через какое-то время все это снова вылетало. И вот такая пришла новая плиточка. Блестки немножко это мы вчера пилили. Профиль алюминиевый. Вот так она выглядит. Это называется по-немецки Holz Optik, а по-русски это имитация дерева. Тут такой вид составленного дерева. Ну, будто немножко запепеленного, подгорелого. Производство Италия. Сейчас я пройдусь по кухне. Плитку вчера полностью положили. Сегодня надо будет затереть швы и поставить цоколи плинтуса. Я буду первая, кому дозволили зайти. Сейчас посмотреть и походить по высохшему уже клею плитки. Да. А, я зашла. Вот такой вышел
пол, имитация старого дерева, старого крашеного пола такого, с уже немножко облупившейся краской. Ну или, как я сказала в предыдущем видео, она как будто немножко пепельного такого вида, как пообгорелого. Но все-таки это, наверное, краска на вид. Но все равно, это вот у нас бабушка такая модерновная. Вовина мама выбрала и заказала эту плитку. Вова там на балконе пилит сейчас цоколи. Вот такие вот. Вот такие вот кусочки, которые будут прикрепляться к стене и будут нести функцию цоколей. Вот замененные плитки, которые прилегали именно с этой стороны одна к другой. Толщина затирочного шва здесь потолще, чем между вот этими плитками. Но это было, кстати, пожелание Вовиной мамы и мое, чтобы тут швы были максимально тоненькие по возможности. Ну, а тут надо, чтобы они соответствовали тем, которые уже есть на старом полу, на старой кладке. На вот этой плитке, как я говорила, была трещина. А эту заменили в силу того, что с этой стороны тоже будет цоколь. И надо было, так как раньше здесь была дверная коробка и дверь, то плитка была подрезана довольно далеко. И надо было, чтобы она прилегала практически полностью к стене. Поэтому пришлось менять и эту плиточку тоже. Когда мебель встанет, их уже не будет. И вот такой пол. Ох, какие цветы, какие цветы.
Мне почему-то эти обои какую-то новогоднюю тематику напоминают. Шарики, гусики. В общем, сегодня поплавающий лепкон по углам и вроде все. А завтра по плану потолок. Здесь он придет. Ну вот и начали мы силикон. Приятный момент, все ближе и ближе. Еще чуть-чуть, скоро на кухню. В последнем видео я обещала показать, какой фасад у дома получился заново покрашенный родительского, который красит вот серенький. Вот такого оттеночка, то есть, где вход, да, где подъезд, вот лестница. Оно с белой краской и сами стены серые. Такая нежная серенькая краска. Уезжаем все время поздно и уже темно. Сейчас можно показать, пока еще солнце светит. Ну и в итоге удивлю, сколько стоит. Сколько стоит это счастье? С покраской стен, то есть с помывкой, со строительными лесами, с помывкой, с покраской стоит 43 тысячи евро за весь дом. То есть все жильцы скидывались, набирали эту сумму и платили фирме.